большая команда. В клубе «Морис» выиграли Андрей Тихий, выиграл Никита Гаменюк. У нас играли самые младшие. Ребятам из Кропивницкого выиграть не удалось, но было много наград. Костя Сердюк приедет чуть попозже и вам через Александра Евстафьевича передаст подарки под елку. Хорошие, интересные подарки. Так что они вас найдут дома. А сейчас мы вручаем вам дипломы и медали. И я хочу начать с самых наших младших деток. Это я. Ребята, харьковчан наградим чуть-чуть попозже. Сейчас приедет ваш тренер, приедет президент Федерации Костя Сердюк и вас наградит. Сейчас быстро отправляем на поезд наших гостей из Кропивницкого. За второе место в турнире самой младшей группе награждается Евгений Андрейчук. Меня звать Андрейчук Евгений. Скажи, какое ты место занял в Кубке Украины? Другое место. Тяжелый был финал? Финал, да, а с іншими не трішки легше. Сейчас поправят. Первый. А кто у тебя соперник самый тяжелый попадался в игре? Ну, это в финале. Тільки. Лише в финале. А давно ты занимаешься бильярдом? Рік. А ты сам выбрал заниматься бильярдом или папа, мама тебе посоветовали? Сам. Тебе очень нравится, да? Так. В старшей группе ребята из Кропивницкого у нас взяли сразу два третьих места. Я хочу наградить Сашу Мищенко, которая на равных боролась с ребятами. Саша, добрый день, меня зовут Саша Мищенко. Добрый день, меня зовут Дима Шереметьев. Расскажите, был сложный Кубок Украины? Ну, он был и нелегким, ну и вроде и не таким сложным, как могло бы быть. Рады приезжать к нам. И также третье место у нас занял Дима Шереметьев. Для меня вначале было нормально, а вот уже в конце было сложно. Всегда рады вас в Харькове видеть. Александр, кстати, за подарками. А в чем была сложность? Ну, сложно ответить. Сильные соперники остались. А какой самый сильный соперник был для вас? Наверное, я даже не знаю. Ну, у каждого своя игра, каждый хорошо играет. По-своему, каждый, один может быть хорошо чужие, один хорошо свояки. Ну, в принципе, мне кажется, тут нету так определенно сильного. Ну, каждый достаточно сильный. Ну, я тоже думаю, что тут сильных нету, тут каждый может выиграть. Скажите, давно вы занимаетесь бильярдом? Я 3 года. Ну, я почти 2 года. А почему именно бильярд вы выбрали? Ну, это достаточно хороший вопрос. Я была еще маленькая для того, чтобы выбирать самой. И меня отвел папа, и мне очень понравилось, и я решила, что я буду заниматься дальше. Если честно, мне тоже папа сказал, будешь заниматься бильярдом, и я начала им заниматься. Вам нравится, да? Да. Да, вам нравится. Скажите, а в каких вы еще принимали таких вот серьезных турнирах, кубках, чемпионатах? Ну, мы много раз ездили на Кубки Украины. Ну и все, в принципе. В Кривой Рог часто очень ездили. Что бы вы пожелали организаторам, участникам в дальнейшем? Участникам побед, там, не нервничали, если проиграли. Организаторам, чтобы побольше делали таких турниров.
Спасибо вам большое. Да, спасибо вам. Тяжело, не надо. Нет, да.